Здравия желаю, уважаемые подписчики и просто посетители сайта моего. Значит, были вопросы. Лампочка-то у тебя горит, но одна. А можно ли сделать несколько штук? Оказывается, можно, ребята, по этому же схеме. Вот она. Понижайка 4000 ватт. От 0 до 230. Так. И три лампочки, видите, горят. Три LED-лампочки по 5 ватт. Маленькие. То есть можно, раз они здесь горят, можно таким же путем в каждую комнату. То есть тут уже дело техники. Провести провод, но тут проблема в том, что включать надо только в одном месте. С разных мест не, может не пойти. То есть счетчик как вот сматывает. Вот она, показана. Ноль. И также амперметр берем, который показывает. Вот говорили, амперметр там типа левый. Он показывает вот. Шкала до 1/100 ампера. Смотрим, видите, ноль. Ну что мы будем еще мерить? Тысячные? Конечно, покажет. Даже в воздухе, если померить, будут тысячные ампера или вольта, милливольты будут. Главное-то не в этом, главное, что ток не берет. Как я и говорил, что если вы понаблюдаете за счетчиком, вот то, что вчера теорию, то увидите, что как бы чуть берет и чуть назад. Внимательно посмотрите. Еле-еле. Чуть вперед и чуть назад. Чуть вперед и так беспрерывно. То, что я говорил. Схема вчера разъяснена была. Не буду на этом углубляться. То есть на три лампочки в дальнейшем будем пробовать. Сейчас еще закуплю лампочки такого типа. Тут у меня еще 4. На 7 буду пробовать в дальнейшем, когда закуплю. Но на 3, это значит, в 3 комнатах уже можете провести свет. Бесплатный. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне. И знать одно, что враг будет разбит, и победа будет за нами.